Рынку недвижимости предсказывают четвертый серьезный кризис. Такое мнение высказал президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. Из-за ситуации с пандемией коронавируса правительство намерено поддержать строительный бизнес. Однако участники рынка ожидают рост цен на новостройки в пределах 3-5%, а в долгосрочной перспективе вверх стоимость квадрата будет подталкивать и рост стоимости материалов, техники, а также услуг. Несмотря на то, что 2/3 их производят в России, зависимость от импорта остается. Но учитывая низкую платежеспособность населения, застройщики не смогут поднять цены выше, чем на 15%.